Приветик всем. В предыдущей части... мы начали второй эпизод. Попали в какую-то мини-деревню. С нами два еще одних выживших, я так понял, сбежавших. Тоже из исправительного центра. Из TerraSafe. Ребята, не помню, как их зовут. Один тут нашел дробильный аппарат, перфоратор, который нам помогает ломать стены хрупкие. Чего? Пистолет-пулемет есть? Обалдеть. Чё, уже 70 штук. Вот. Ну и мы, собственно, ищем детали, чтобы заправить вертолет, запустить его. Одно нашли. А, нежданчик, да? Ух. Правильно так его. А, все, он труп. Молодец, Мойра. Да, и нас пока что трое бегает. Так вот, батарею мы нашли, топливо теперь тоже нашли. И возвращаемся к Гейбу. Yeah, no interference. Nice work, Pedro. Her location might be the key to getting off the island. Что касается то количества монстров, ну, сначала я думал, буду испытывать. А, вот пистолет-пулемет. Что касается количества монстров, то их пока, ну, на них патронов пока хватает, хотя. Был период, когда вроде как... Чё ты там? Такой напряжный весь. Так, подождите. Ой-ой-ой. Ну убейте же его, что вы тупите? Вот так получает дура. На! Вот пока я не начну бить, они не продолжат. Так и будешь Мойра получать. Если будешь тупить. Урон. Уровень 2. У этого 70, 120, 630. Так. Даже не знаю, к чему, к пистолету или к этому. Ну, я больше всего пистолетом пользуюсь. Хоть писали на сколько? 120 вроде было. Окей. Тогда... Не понял, что, нельзя, что ли? А, во, вот так вот. 136 стало. Да, мощным. Ну, давайте ружье добавим тогда, первый уровень. Так, ну что, побежали к нашему вертолету. Наш друг уже заждался. Ну, стоит спокойно. Там зомби ходит, он тут такой. Ты бы хоть делал вид, что что-то делаешь, там щеки понадувал бы. На тебе.
Good work, Redfield. Not that I'm surprised. Now it's my turn to work some magic. Greasy, chopper repairing, voodoo magic. Кто там устроил? It's the overseer. She's luring those things right toward us. But that's not fair! What do we do? А чё ты побежал-то туда? Иди чини. Я, говорит, постараюсь побыстрее починить. Сам, блин, как в попу ужаленный побежал. Вот сюда я пройду, нет? Или что здесь вообще в этом здании? О! Иди сюда. Да, я тороплюсь, но извините, ребят. У меня тут важные дела, как открыть ящик. Ну что, ребята, готовы повеселиться? Ты иди чини, дебил, чё встал, блин. Стоит тут такой. All right, we'll take care of it. It's coming from the bar. Please get that thing fixed. Опять здоровяк. Ну окей. Эй, мы тут. Это, конечно, самый жесткий парень. Че я всю shift хочу нажать? Быстрее побежать. Бэби! Разбирайте, пока я выключу. У тебя бур есть, давай начинай сверлить. Потому что ты нервничаешь, дебилоид. Ща ему заряжу. Сейчас я тут со всеми ножом одним разберусь. Вспоминая времена Resident Evil 4, где я с одним ножом херачил. Ой, кто? Кто меня цепанул? Кто такой нехорущий? Черт, лаги пошли. Слишком много врагов. Вот так. Ты заткнешься? Нет. Я, пожалуй, сюда уйду. Мойра, давай, гаси. Да. Тварь. Ой. Чувак, ты там живой, да? Можно ловушку, наверное, бросить, нет? Блин, у меня же аптек нету. И чё бутылка ловушка? Они даже на нее не обращают внимания. Мойра, ты можешь светить будешь немножко, нет? Конечно! А ты в штаны тут надул. Ой, нет. Я спасу тебя!
Вот тебе по роже ломом. Ой-ой-ой! Что-то мне кажется, я слишком стал играть в героев. В героев пятые и шестые. И немножечко в седьмые. Черт, все на мою... Клэр передалось. Давай, давай, давай. На, эти ублюдки. Шарахни ему. На... Черт, давай, свети. Там что-то заодно открыли. Нет, нет. Так, что у меня... Я внизу, ой, наверху вообще-то был. Педро! Да ладно, неужели? О, нет, ну почему? Я шуру им отсюда! А, нельзя что ли? Ну все. Мне хана. Что это такое? Еще мужики пошли. Кажется, хана. Обнимашки. Я бы тоже не прочь в такой позе зависнуть над такой девушкой. О, можно настройки навыков. И это только средний уровень. А, куда мои все аптеки делись? Да ёкарно. Блин, это какой-то писец. Я даже не успел. Я даже не могу залезть в свой инвентарь. Посмотри, у меня же там вроде жгуты, какие-то бинты были. Конечно, я окей. Да использовать. Да елки-палки, пока с этой дерьмом разберешься. Тебе так, по-моему, в глаз надо стрелять на руке. Черт. Блин, я забываю. Да что такое? Один удар и я труп. Писец. Тут сейчас у меня тысячи смертей будет, по ходу дела. Так, может вокруг этой штуки бегать? Да ну ёлки-палки! Блин, как неудобно эти кнопки. Да ну бляха-муха, еще не перезаряжена! Что за херня? Все, уходим. Дверь открылась. Блин, я обе уже истратил. Блин, у меня нету ничего.
Черт. Как удачно. Так, мне надо на более пространственную пространственность выйти. Да ладно, нас там шуруют, а этот ушлепок только сейчас появился. Куда бежать-то? Так, и налево, вот сюда. Я ж думал, Мойру... Да ну ёкарный компот, дай залезть! Я уж думал, Мойру зацепили. Да лезу, лезу, Мойра, извини, там будешь как-нибудь сама. Да... Ну блин, вы чё? Чё за херня? Откуда он тут взялся? Блин, никого не было. Этот мудак еще, блин, стоит и ни хрена не делает, блин. Пошли нахер отсюда. Черт, а где этот наш горе-спаситель? Че он тут? Дальше-то куда? Куда-то... А, вот он. Блин, нервов всех не хватает. Аптечек нет, ничего нет. Блин, безумная часть, просто безумная. Порох. Ой, ёпарасоты! Я думал, все уже. Да ладно, я полностью здоров. Ну да, как же. Блин, неудобно, может сменить кнопку. А тап у меня что? Тап переключения. Может, как-то кнопки поменять. Но неудобно Т постоянно нажимать. Это включение инвентаря. Как-то палец далеко держать. Да я, наверное, поменяю инвентарь, потому что я переключаюсь редко, а вот инвентарь мне порой чаще приходится. Я привык, что тап это типа инвентаря. К сожалению, нельзя открыть инвентарь кнопкой тап поставить, потому что там что-то заблокировано. Зато я нашел кнопку бега, как она у меня на Alt была. Я поменял на Shift. Вон она как бегает. А можно идти еще медленнее. То есть, если зажать кнопку C, она идет вообще медленно, обычно, и с шифтом вообще бежит. Ну, нормально. Вот, а кидание гранат, если сделано на центральную кнопку мыши, она у меня, в принципе, стояла. Так. Ну, хоть так. Хорошо. Куда ты нас, дружок, привел? Еще никуда. О, а дрель-то нету. Придется забирать у того дикаря. Это ты кому сейчас? Да ладно. Да вы издеваетесь. Ага. Сейчас... И опять настрою. Я куда он убежал-то? Чувак! Куда он ушел? Чё закидал его? Алло. Чё такое за супер сброс? Зашибись, конечно. Ну ладно, давайте здесь закончим.
дикая часть была. Несколько смертей. Ну, где-то, конечно, по глупости моей. Не сразу разглядел, что можно было убегать. Вот. Ну и канализации. Будем исследовать в следующей части. Что они нам преподнесут. Посмотрим. На этом я заканчиваю. Всем пока.